Начали! Так, я пошла к девочкам. Саша, не помогай ему. Его задача, Диму задача обойти и сделать это. Просто мне сложнее его случай поймать. Ты дерешься, ты борешься. Ты не ждешь, пока он тебя бросит. Ты не борешься прямым, тебя так легко сбросить. Ты не борешься в приседе. Ты борешься, всегда наклонившись на него. Его задача тебя завести на правую ногу. У него правильно все, у тебя не очень. О, хорошо. Сейчас делай только первый номер, да? Да, сейчас только первый номер. Окей. 5 минут. Ронять и ловить. Дима, ищи варианты, когда ты делаешь небольшой подшаг, как Катя показывала, ты чуть-чуть заходишь в сторону, заставляя его, вот, видишь, ему приходится, вот, только не наступай ему, пожалуйста, на кроссовок. Да, я постоянно туда попадаю. Леша, не спеши. Держу. У тебя сейчас нет задачи сделать какой-то страшный ему подбив. Привет. Леша, спешишь. И за счет этого не получается. Нагрузи ему ногу. Девочки, делайте. Из нога, чтобы она была немножко за этой. Таким образом. И отсюда уже вот эта нога, ты бьешь. Да, я понял. Вот. Пробуй. Я, конечно, понял. Но... Ну давай, сделай. Так, клинч. Заслепил мечом. Вот, таким образом. Сейчас эта нога немного выгибает. Смотри, встань, ну, как-то удобно. Как-то вот. Теперь эта нога входит по диагонали. Именно. Меня выводит жестко и вернулись со всем толчком резко. Вот. Ну, не очень. Именно телом. Не делаешь шаг потом такой именно резко. Фу. Вывез. Понял? Вот. Ну, не так напрягайся. При этом должен делать такой. Сделай пока чуть медленнее, а потом вы будете ускоряться. Перенес за шаг. Твоя нога должна быть за моей, и отсюда идет эта нога на подсечку. Ты очень близко к нему. Ты слишком близко. Ты должен встать чуть-чуть подальше. Твоя нога прям будет. Теперь забудь за мою ногу. Больше в сторону. Ты должен нагрузить его на его правую ногу, получается, чтобы его не так. 3 минуты с половиной. Когда будет 5 минут, как? Да. Первые трусы в песке. Увереннее ногу ставь, чтобы он об нее спотыкался, грубо говоря, хотя бы чуть-чуть. Ну да, вот который ты заступаешь. Нет. Вова, не помогай ему. Второе. А, это третий уже? Прикольно. Время, да? 4:45.